России, из Омской области есть. У нас регион явно развивается и все сильнее и сильнее как бы выступает на российском уровне. Сейчас много, большое значение уделяется развитию материальной базы, подготовке кадров. Как бы один из вузов, соответственно, институт физкультуры находится в Омске тоже, как бы, который есть и скалодром, и, соответственно, специалисты здесь, которые готовятся, тоже для нас очень важны. По строительству нового, как бы, скалодрома, центра даже скалолазания, я бы сказал. То есть, в принципе, как бы глобально сейчас внутреннее вообще развитие скалолазания в связи с включением в программу Олимпийских игр, перспективы его там закрепления, то есть имеет значение для нас как бы каждый регион, особенно крупные города, где большая перспектива с точки зрения массовости. Мы проводили с Дмитрием Анатольевичем рабочую встречу в Москве и как раз договорились о том, что он поедет к нам в Омск посмотреть, как развивается у нас этот динамичный олимпийский вид спорта, потому что он все больше и больше пользуется популярностью. Более 1000 омичей сейчас им занимаются. У нас появляются первые мастера спорта, появляются первые члены сборной России по скалолазанию. Это не может не радовать. И, конечно, чтобы было дальнейшее развитие, нам сегодня необходимо очень тесное сотрудничество с федеральным центром. И, возможно, вот от таких визитов будут достигнуты какие-нибудь договоренности по именно развитию дальнейшему, уже более масштабному скалолазанию в Омской области. Важно вовлечь в процесс молодежь, те, кто будет заниматься этим видом спорта, и активно, с одной стороны, могут быть и любители, я так понимаю, правильно? Да. А самое главное еще, чтобы были профессиональные спортсмены. У вас есть и результаты в сборной России, спортсмены есть, и массовый спорт достаточно хорошо уже развит. Мы сегодня обсуждали, то есть порядка уже там тысячи, условно говоря, человек, которые более-менее регулярно занимаются, это уже... хорошая платформа для того, чтобы стартануть.